Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я к вам с тортиком, оформленным белково-заварным кремом на 80-летний юбилей. Вот такой он получился у меня нежный, красивый. Я надеюсь, имениннице он очень понравится. Собирать свой торт я буду из двух тортиков. Нижний ярус 28 сантиметров, верхний ярус 21 сантиметров. Нижний и верхний ярус приготовлены из бисквита, который есть у меня на канале. Называется бисквит, который всегда получается. Нижний ярус приготовлен из 7 яиц, а верхний ярус из 5. Крем заварной масляный. И я буду оформлять торт белково-заварным кремом. Для начала я приготовила белково-заварной крем из 125 граммов белка. Покрываем нижний ярус тонким слоем крема. Сделать торт максимально ровным стараться не следует. Будем украшать его еще различными узорами сверху. В нижний ярус вставляем деревянные шпажки по кругу. Вот таким вот образом. Втыкаем, лишнее обрезаем. Итак, устанавливаем по кругу несколько шпажек. Теперь верхний ярус устанавливаем на нижний. Получается так, что верхний ярус на своей картонной подложке лежит. И вот на этой подложке он опирается на деревянные шпажки. И торт нижний не продавится. Соединяем верхний и нижний ярус длинной деревянной палочкой. Лучше использовать бамбуковую. Но у меня торт далеко не поедет, не будет длительной транспортировки испытывать. Поэтому я его соединяю тоже тонкой деревянной шпажкой. Предварительно в подложке, на которой стоит верхний ярус, я проделала дырочку. И лишнее также обрезаем. Теперь обмазываем верхний ярус белково-заварным кремом. Черновая обмазка готова, остается нам делать теперь украшения. Перелаживаю крем в мешок, насадка листик у меня, и делаем снизу бордюр. Вот такой вот тортик получается. Остается сделать бордюр и цветы. Сделала розовый крем и буду делать сейчас из него розы. На пищевую пленку положила сначала розовый крем, розовый и темный, потом розовый светлый. И скручиваем. Так, здесь мы сворачиваем и отправляем в насадку. Насадка у меня тюльпан. Кондитерский мешок с насадкой тюльпан.
Ой, здесь нужно обрезать, я совсем забыла. Так, все, теперь достали и обрезаем здесь. Thank you.